9 вечера, площадь у центрального рынка. Глава Перми инспектирует, насколько хорошо убран город. Днем Дмитрий Самойлов отменил совещание с главами районов и отправил их включиться в процесс очистки от снега. Дополнительно 2 МТЗ. Вот сейчас в ночь мы вывели 11 погрузчиков. Пойдемте посмотрим. Тем не менее, к главе Ленинского района остались вопросы. На площади снежная каша, непочищенные тротуары и автобусная остановка. Утром все уберем. Шоссе Космонавтов, Мельчакова, Карпинского, Мира, Куйбышева, Хлебозаводская, Героев Хасана, Комсомольский проспект. На качество уборки этих улиц в течение дня поступали жалобы. По этому маршруту и поехал с инспекцией глава города. Вместе с руководителями районов и сотрудниками управления внешнего благоустройства он осмотрел 4 района – Ленинский, Дзержинский, Индустриальный и Свердловский. Я сегодня бы свой личный рейтинг выстроил таким образом. Первое и второе место – это Индустриальный и Свердловский район. Третье место – это Дзержинский район, а четвертое место по текущей ситуации – район Ленинский. Смысл сегодняшней реакции на этот снегопад заключается в том, что подрядные организации должны без раскачки включиться полностью в работу, отработать свой ритм, ну, дневной, ночной, вечерний. Колоссальное количество работы – это по тротуарам, пешеходным переходам, по остановкам общественного транспорта. Подрядчик должен быть заточен на решение этих вопросов. В ближайшие дни руководители города проверят и остальные районы Перми.